Берите мою. Вот он и человек. Вы нас покормите, надеюсь? Йоран, сядьте со мной. Да, милорд. Милорд Ланнистер, позвольте развлечь вас за ужином. Песни о победе вашего отца у Королевской гавани. Ничто так не испортит мой ужин. Леди Старк. Приятная неожиданность. Жаль, что мы разминулись в Винтерфелле. Леди Старк? Я звалась Кейтлин Талли, когда была здесь в прошлый раз. Скажите, сир, на вашем плаще вышита черная летучая мышь Харренхолла. Это так, миледи. И леди Уэнд по-прежнему старый и верный друг моего отца, лорда Хостера Талли из Риверана. Да. Красному жеребцу всегда рады в Риверане. Мой отец считает Джонаса Бракена одним из самых верных своих защитников. Наш лорд почтен его доверием. Завидую вашему отцу. У него столько друзей, леди Старк. Но не понимаю, к чему все это. Я также вижу ваш герб. Двойные башни Фреев. Как поживает ваш лорд, сир? Лорд Волдер в добром здравии и пригласил вашего отца на свои 90-е именины. Он желает снова жениться. Ха. Этот человек явился гостем в мой дом и замыслил убить моего сына, 10-летнего мальчика. Именем короля Роберта и лорда, в котором вы служите, я призываю вас схватить его и помочь вернуть его в Винтерфелл для королевского правосудия.